Корпоративный музей Висмы давно стал местом притяжения молодежи. Экскурсии школьников уже практически дело повседневное, но не для самих ребят. Возможность своими глазами увидеть, что из себя представляет Висма, что производит и какие люди здесь работают, дорогого стоит. На днях музея побывали девятиклассники из 24-й школы города Березники. Совсем скоро им предстоит выбор – пойти в 10-й класс или уйти в техникум. Теперь ребята точно знают, какие профессии востребованы на предприятии и какую специальность выбрать для собственного стабильного будущего. У нас есть вакансия. Висма приглашает на работу мастера основного производственного участка. От вас высшее техническое профессиональное образование, опыт работы в должности мастера на производстве, техническая грамотность и руководящие навыки. Что делать на рабочем месте? Руководство подчиненными рабочими, организация и обеспечение выполнения участком в установленные сроки производственных заданий по объему производства продукции, контроль соблюдения технологических процессов. Вы получаете официальное трудоустройство и стабильную зарплату, а еще отличный соцпакет. С нами у вас есть возможность карьерного и профессионального роста. Более подробно по указанным номерам телефона и по электронной почте. Добро пожаловать в нашу команду!